Всем привет! С вами MetRatings.ru, и сейчас мы скачаем приложение Tennessee на ваш iPhone. Для этого заходим на MetRatings.ru, видим топ букмекерских контор, находим Tennessee и жмем на кнопку «Обзор». Открывается карточка букмекера. В графе приложения видим два значка Apple и Android. Нажимаем на яблоко. Сразу открывается App Store. Нажимаем «Загрузить». Ждем, пока скачается приложение, и нажимаем «Открыть». Готово! Tennessee теперь у вас под рукой. Ну а для того, чтобы делать ставки, надо войти в свой личный кабинет. Или зарегистрироваться, если кабинета пока нет. Как проходить процедуру регистрации, смотрите наше отдельное видео или читайте пошаговую инструкцию на сайте metratings.ru. Ссылка в описании. У нас уже есть подтвержденный аккаунт в Tennessee, поэтому мы сразу заходим в свой личный кабинет. По умолчанию сразу же открывается линия. Вверху вкладочки «Футбол», «Баскетбол», «Теннис» и «Эксклюзив». Например, в «Эксклюзиве» можно сделать ставку на то, что хотя бы один матч английской премьер-лиги будет показан по Матч ТВ. Или что Месси и Роналду завершат карьеру в одном межсезонье. Прикольно. Ну а в левом верхнем углу скрыто меню, в котором находятся три раздела. Это «Ставки», «Аккаунт» и вкладка «Информация». Это «Новости», «Матч-центр», «Правила» и «Настройки». Более подробно о приложении Tennessee и о самом букмекере читайте на нашем сайте. Тут собраны все отзывы, показаны лучшие линии, составлена карта сантиментов на основе этих отзывов. Из карты сразу понятно, что игрокам нравится, а что нет в данный момент времени. Также мы собрали для вас все актуальные бонусы, поэтому заходите на metratings.ru и побеждайте. Ссылка в описании.